Всем привет! Сейчас я вам покажу, как правильно резать помело. Значит, имеем такой экземплярчик. Правильно? Правильно. Значит, делаем надрез на верхушке нашего экзотического фрукта. Так, сделали надрез. Теперь мы проводим небольшие, неглубокие линии, примерно 2 сантиметра. Вот таким образом. Таким образом проводим линии примерно 2 сантиметра вдоль нашего фрукта. Теперь прямо посередине делаем еще один такой же надрез. Наверное, это называется прямо перпендикулярно, я так подозреваю, точно не знаю. Но делаем такой же надрез нашего фрукта. Так. Вуаля! Можно сказать, что мы почти закончили. Можно не махать ножом, пожалуйста? Мы почти закончили. Теперь мы видим, что у нас как бы разделился на 4 части наш фрукт. Мы начинаем сверху, отрываем одну сторону. Ого, офигеть! Отрываем другую сторону. И отрываем третью и четвертую сторону. Таким образом мы получили такой фрукт, да? Кожица лишняя. Так, пролазим двумя пальчиками, чтобы раскрыть наш фрукт. Моими любимыми. Вот такой вот у нас помело. Всем до скорых встреч, всем пока.